Я приветствую вас, дорогие мои зрители. В этом ролике вы увидите отделку пилястры на фасаде дома в стиле имитация камня. Не забывайте, друзья, заглядывать в описание к ролику. Как только выйдет продолжение, ссылочка обязательно там появится. Это видео я оставлю без комментариев, потому что считаю, что все предельно понятно и максимально вам показал. Если все-таки вопросы останутся, мы их обсудим в комментариях. Но я желаю вам приятного просмотра и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Не забывайте оценить видео. Вот и видео конец. Кто досмотрел, тот молодец. Вот такая получилась пилястра, вот такое обрамление окошка. Ну а вы, друзья, напишите в комментариях, как вам такой стиль отделки, как вам такая форма камней.
Я, как всегда, желаю вам творческих успехов. До новых встреч в моих видео. Пока-пока.